На 3 июня на территории Слободского города и района, по данным официальной статистики, зарегистрировано 403 случая укуса клещей. Из них 67 детей. Случаев боррелиоза не зарегистрировано, однако уже 2 человека госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит. В одном случае диагноз подтвердился, второй пациент ждет результаты анализов. И такая статистика возникает даже в условиях противоклещевой обработки, которую проводил Кировский областной центр дезинфекции. Работы проводились с 27 апреля по 6 мая, проводились на площади 58,5 гектара. То есть обработаны у нас наши учреждения образовательные, парки, кладбища. То есть работа проведена в полном объеме. После проверки контрольной ни одного клеща на этих объектах не выявлено, что работа сделана в полном объеме. Территория близ городского пляжа обработке не подвергалась, но анализ показывает, что чаще всего клещей люди приносят из садов города Слободского, поселка Вахруши, деревни Стулова. Много укусов зарегистрировано на территории Ильинского, Волкова, Совья, Рогового. Только за последнюю неделю количество пострадавших от укусов клещей увеличилось на 68 человек.